Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Победы, 1. Что ж вам, гусаньки, да того есть у мяне таточка, для того ён мне радачку пары злучаются на небесах, а веселье гуляются на земли. Так кажуть у народе. Гудуть веселье, хай песня льется, хай молодым солодко живется. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас в ресторане-пивоварне «Лямус». Где же, как не здесь, праздновать свадебку? Потому что множество традиционных белорусских блюд имеются в копилке ресторана. А сегодня эта копилка пополнится еще одним интересным, я думаю, и любопытным блюдом. Потому что у нас в гостях наша прекрасная Елена. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, Степановна! Ну, скажите, какое же интересное свадебное блюдо мы сегодня с вами будем готовить? Свадебный стол всегда был необычно богатым. На него всегда ставили самые изысканные блюда. И даже те, которые в обычной жизни ели очень редко. Ну, а сегодня мы будем готовить пячисто. И, кстати, в приготовлении свадебных блюд обычно участвовали мужчины, поэтому без Евгения нам никак не обойтись. Я думаю, самое время пригласить сюда Евгения. Евгений! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, Евгений, сегодня у вас особая миссия. Мы назначаем вас дружкой жениха. А что мне для этого делать надо? А Елена расскажет. Ничего особенного. То, что делали все друзья жениха, то есть вы будете помогать накрывать свадебный стол и готовить наше блюдо. А сегодня мы будем готовить пячисто. Пячисто? Вот чула все чисто, только не про пячисто. Давайте поменяемся с вами местами, Евгений. Занимайте самое почетное место и приступаем. Командуйте, Елена. Ну что ж, блюдо у нас сегодня будет мясное, поэтому нам нужен большой кусок мяса. Это может быть или свинина, или говядина. Это не принципиально. Может быть целая тушка молочного поросенка, или курица, или индейка, или гусь, может быть. Ну вот сегодня у нас свинина. Она у нас уже замаринована, еще вчера с вечера. Замаринована, натерта лучком, и сегодня мы ее укладываем в горшочек и затем помещаем туда овощи, которые присутствуют у нас на столе. Капуста, картошечка, морковка, перец, лук, чеснок. И затем все тушим 1,5 часа в духовке. Замечательно. Елена, распределяйте обязанности. С большим удовольствием. Ну что ж, нам нужно порезать мелко лук. Кружочками порезать картошечку, кружочками тоже нужно порезать морковку, капусточку и, конечно же, почистить, порезать брусочками перец и чеснок. Отлично! Специи в народной кухне назывались просмаками.
Просмаки – это продукты, незначительная добавка которых придает аромат, оттеняет вкус блюда, делает его более привлекательным и своеобразным. В число употребляемых в Беларуси присмаков входят следующие пряности – лук, чеснок, укроп, тмин, черный перец, лавровый лист, семена кориандра. Кориандр известен также под названием кинза. Ученые полагают, что название растения происходит от греческого «корианон», производного от корис, клоп, и связано со специфическим запахом и видом семян. Несмотря на такое не слишком лестное сравнение, кориандр чуть ли не самая универсальная приправа в мире. Семенами кориандра ароматизируют ликеры, в сушеном и измельченном виде их добавляют в выпечку и кондитерские изделия, супы, колбасы, сыры, мясные и грибные блюда, салаты. Молотый кориандр очень быстро теряет вкус и аромат. Поэтому лучше покупать цельные семена. Перед размалыванием лучше слегка обжарить их на сухой сковороде. Так семена станут более ароматными. Я берусь за морковку сразу же. Думаю, что Жене мы попросим, как всегда, лук. Ну, а я буду резать картошку. Поехали. Елена, а всегда как-то с песней-то лучше все спорится. Может, вы какую-то свадебную песенку нам запоете? С удовольствием. Я думаю, что вы поддержите. Попробую. Я спою свадебную песню, когда приезжали сваты в дом молодой невесты и пели такую песню. А у нашего свата богатая хата, богатая хата. Печка с масла сбита, лоб сырником зашита, лоб сырником зашита. Вокол хаты мята, а на столе богата, а на столе богата. Белорусское веселье или свадьба – один из древнейших обрядов белорусов. Он имеет глубокий сакральный смысл, в котором переплелись языческие и христианские традиции. Участники обряда свадьбы наполняют его положительной энергией и эмоциями, а ритуалы имеют магическое значение и служат гарантией духовной защиты будущей семьи. Относиться к народным традициям можно по-разному, как к суевериям, пережиткам прошлого или пыльным музейным экспонатам, а можно считать источником с живой водой, многовековой мудрости, наблюдений и знаний жизненных закономерностей. Когда справляли свадьбы? Время проведения свадеб было не произвольным, а строго определенным. Проведение свадеб строго запрещалось во время постов, а также в период с 7 по 21 января. Крывые вечары. В это время игрались только волчьи свадьбы. Наилучшим временем считалось время после уборки хлебов, а также во время зимнего мясоеда – от крещения до масленицы. Но и в эти двухмесячные периоды время для проведения свадьбы определяли в соответствии с фазами Луны. Наиболее благоприятным считалось время молодика или полнолуния. Во время подготовки и проведения свадеб учитывали бесконечное множество примет и суеверий, которые выполняли роль предсказаний на будущее. Например, бывали случаи, когда сваты возвращались домой, если им дорогу перебегала черная кошка или заяц, а если конь начинал бить копытом, то в этот день даже и не думали отправляться со двора. Какие наши следующие действия, Елена, рассказывайте? Так, ну что, вы, Степан, у нас справились? Да, справляюсь, стараюсь. Тогда мы попросим вас, наверное, вот почистить перчик и порезать его брусочками. Брусочками, очень хорошо. Болгарский сладкий перец должен присутствовать ежедневно у каждого на столе. Съев один крупный красный перец, можно полностью перекрыть суточную потребность в витамине С и А. Сегодня многие люди по достоинству оценили полезные свойства болгарского перца. Особенно привлекает он гурманов за сочную хрустящую текстуру, характерный вкус и разнообразие цвета. Всевозможные салаты, супы, лечо, жаркое, овощные приправы к мясу, курице и любимый всеми фаршированный перец – вот только некоторые из популярных блюд, которые невозможно приготовить вкусно без болгарского перца. Так как болгарский сладкий перец – настоящий кладезь витаминов, поэтому его рекомендуют включать в рацион питания людей, страдающих авитаминозом, малокровием, депрессией, упадком сил, ухудшением памяти и сахарным диабетом.
Елена, скажите, а как проходят свадьбы у вас вот там на Полочине? Я думаю, что самая пора свадеб. И, наверное, у вас тоже есть какой-нибудь интересный свадебный обряд. Конечно же, как и везде, я не думаю, что слишком отличается наш свадебный обряд, но, да. Но все-таки на Полочине очень интересно, когда молодожены идут уже домой, я думаю, что к молодому обычно шли в дом, да. То сватейка обязательно несла в корзинке курицу живую. Ух ты, да. Живую курицу для чего? Ну, для того, чтобы показать, это как бы символ плодородия. Курочка неся яички, значит, скоро и наши молодожены обзаведутся своими детками. Вот оно как. Евгений, вы слышали о таком? Вы же дружка у нас жениха, поэтому, наверное, все знаете еще куда больше, чем мы вот с Еленой. У наших предков существовали свадебные традиции и обряды, многие из которых дошли и до наших дней. Ведь народные свадебные традиции возвращают к свадебному торжеству его первоначальный смысл. Это не просто красивое сопровождение официального оформления отношений, а священные обряды, которые настраивают на долгую счастливую семейную жизнь. К примеру, арка символизирует собой небесный свод, ведь браки совершаются именно на небесах. Молодые проходят под аркой счастья, которая представляет собой рушник с вышивкой красного цвета. В старину право держать арку счастья предоставляли родителям. Сейчас этот обряд совершают свидетели. Считалось, что в день после бракосочетания молодые не должны касаться голого пола, поэтому за аркой счастья следует дорожка, покрытая ковром. Еще у славян на протяжении многих веков существует обряд обсыпания. Для этого использовали очищенные зерна пшеницы. В давние времена крупой пшена и риса обсыпали для того, чтобы в семье было много детей, как зерен в колосе. Сейчас пшеница символизирует достаток и благополучие. Также богатство обещает обсыпание мелкими монетами. А чтобы супружеская жизнь была сладкой, бросают конфеты. Орехи гарантируют крепкий брак. А блестками и цветочными лепестками обсыпают, желая ярких и романтических моментов. Давайте я порублю чесночок теперь, да? Да, Женечка, пожалуйста, у нас остался чеснок, а все ингредиенты у нас уже практически готовы. И я думаю, что основное свадебное блюдо скоро будет готово. Вы знаете, Степановна, главное блюдо что? Это не самое основное и не главное блюдо. Интересно. А что же главное тогда? Что основное? Конечно, главным блюдом был каравай. Правильно, точно. Я вспомнила, даже есть вот такая песня. Печь рогоча, караваю хоча, а при печек усмехается, на каравай сподевается. Ух! И вы знаете, каравай готовился не один день, несколько дней его готовили. Был особый ритуал по приготовлению. Свадьба начиналась с выпечки каравая. Его пекли и в доме жениха, и в доме невесты. Пекли его замужние женщины, и считалось хорошей приметой, если среди них была беременная. Печь каравай никогда не приглашали вдов или бездетных женщин. Каравайницы растворяли, расчиняли, месили и пекли свадебный каравай с обрядами и с каравайными песнями. Возглавляла выпечку старшая каравайница. Ею могла быть только такая женщина, которая живет с мужем в любви и согласии и имеет добрых детей. Считалось, что семейный лад каравайницы через каравай передается и молодым. Чем больше каравай, тем счастливее и зажиточнее будет жизнь молодой семьи. Поэтому каравайницы, опытные хозяйки, старались выпечь не только вкусный и красивый каравай, но и, на удивление всем, большой. В некоторых местах принято было выпекать каравай величиной во весь стол. После выпечки молодые девушки украшали каравай изготовленными из теста калиной, шишками, голубками, знаками солнца и вечности. Затем его клали на вышитое полотенце, и он становился центром свадебного действа. Каравай замясили, выпекли. Хай же житё молодых наших будет таким же добрым, как этот каравай. Ну что же, Евгений, давайте будем это все вот в профинку собирать, так? Так, какая ну, последовательность, Елена? Конечно же, помещаем. Самый основной ингредиент – это мясо. Мясо. Оно у нас, я напоминаю, оно уже замаринованное. Посыпаем чесночком во все эти пустые места вокруг мяса. Мы складываем все наши порезанные овощи. Укладываем картошечку в пустующие места вот возле мяска. Картошечка принципиально первая, да? Потому что она дольше варится, да. Я так понимаю. За картошечкой мы отправляем туда лук. Лучок сыпем. Так.
За луком отправляем морковку. После морковки мы закладываем капусту. Ну а после капусты перчик. Можно сверху петрушечки, укропчика. Оно будет и красиво, и, конечно же, очень-очень вкусно. Зелень всегда и украшает, и добавляет вкуса, действительно. Ну, а теперь нам осталось только немножечко сбрызнуть подсолнечным маслом, закрыть крышечкой или фольгой и запекать это в духовке 1.5 часа. Евгений, отправляйтесь в дорогу под наши бурные аплодисменты. Свинину или говядину натираем солью, мелко нарезанным луком и молотыми специями и оставляем на ночь или хотя бы на несколько часов мариноваться. Чистим и мелко рубим чеснок. Картофель и морковь нарезаем кружками. Перец очищаем от сердцевины, семян и нарезаем брусочками. Мясо укладываем в посуду с толстыми стенками. Пустые места в форме заполняем нарезанными овощами. Сбрызгиваем подсолнечным маслом. Затем плотно закрываем крышкой или фольгой. Отправляем запекаться в духовой шкаф при температуре 190 градусов на час-полтора. В течение этого времени мясо нужно проверять и поливать тем соком, который выделила маринованная свинина или говядина. Появление приятного и сильного запаха жареного мяса говорит о том, что блюдо готово. Подавать с отварным или запеченным картофелем. Свадьбы всегда проходят ярко и весело, красочно. А как же проходят ваши полоцкие свадебки? Ну, конечно же, и наши полоцкие свадебки проходят очень весело и очень красочно. Вначале, перед тем еще, как молодожены со всей своей процессией появятся возле дома, самые старшие, самые уважаемые женщины, уже пожилые, они выходят на дорогу и поют песни до тех пор, пока вот эта самая процессия не подойдет. Ну, а молодожены вместе с боярками, то есть это теперь называется свидетель. Свидетельницы, да. Боярки – это свидетельницы. Да, дружки, то есть это друзья жениха. Крестные родители и все гости с песнями, с танцами, с припевками, они подходят к дому. Их встречают родители, крестные родители, обязательно хлебом, солью, с караваем. Ну, конечно же, с караваем. С иконой, с караваем, осыпают зерном, ну и затем запрошают у всех у хату, где начинается белорусское праздничное застолье. Да. И, конечно же, молодоженов обязательно садят на красный угол. Они должны сидеть на одной скамеечке, рядом с ними их боярки, дружки, крестные родители, ну и затем все гости, в зависимости от возраста. А самые пожилые садятся отдельно. Люди, которые уже не могут воспроизвести род, они сидят отдельно. А я хочу сказать, что, конечно же, еще и дарят замечательные подарки, поддерживая молодую семью. Отчини, мамулька, ваконца, отчини, мамулька, ваконца. Привезли невесту, як солнца, привезли невесту, як солнца. Отчини, мамулька, новый тын, отчини, мамулька, новый тын. Привезли невесту, як твой сын, привезли невесту, як твой сын. Пора бы уже и нашему блюду подоспеть. Усё бульба да бульба, адеж наша мясо, сватится ласа, поела все мясо. Ой, какая красота, а запах! Ой, просто слюнки текут. Евгений, все готово? Вы волшебник. Будем пробовать? Давайте пробовать. Давайте. Видите, Степановна, какие красивые, нарядные блюда украшали свадебные столы. Они и красненькие, и беленькие. Ингредиенты у нас есть. Очень нарядные. Там очень много витаминов. И смотрится хорошо. И я думаю, и вкусно-вкусно, и приятно его попробовать. Я надеюсь, что вам всем очень понравится. Вот я уже держу тарелочку на готове прям. Сватится ласа, хочет ковалок мяса.
Ой, ой, дякую, дякую. Смачненько, смачненько. Ой, вот попробуем вот такое блюдо. Никто не скажет, что застолье не богатое. Застолье богатое и щедрое угощение. Красиво. И думаю, что очень-очень аппетитно. Попробуем. И как хорошо пропеклось, Евгений. Ну что, вкусно? Ой, изумительно вкусно. Евгения, а вам понравилось? Очень вкусно. Возьмете вы этот рецепт в копилку ваших рецептов? Я думаю, обязательно возьмем. Ну что ж, я очень рада. Дорогие друзья, мы с удовольствием приглашаем всех вас в ресторан-пивоварню «Лямус». Старобелорусская кухня в лучших традициях, комфортный отдых, торжества, свадьбы и банкеты в особой атмосфере белорусского народного быта в ресторане-пивоварне «Лямус». Ждем вас по адресу: город Витебск, проспект Победы, 1.